В обсуждении приняли участие общественники, неравнодушные горожане, предприниматели. Дмитрий Амелин больше 20 лет занимается перевозками. Считает, что одна из ключевых проблем – высокая загруженность в центре Курска. Большинство идет улица Ленина, нагрузка на улице Ленина. Улица Ленина здесь, как вы видите, может быть, у нас оборотные рейсы были, и мы попадали в расписание больше, да? Но здесь выходит, что легковой транспорт постоянно загружен. Вот вы с утра отсюда, допустим, от Красной площади до Перекальского, полностью правая сторона занята. Новая схема движения должна решить и эту, и другие проблемы. Предполагается создание 45 маршрутов. Обслуживать их будут почти 400 единиц. Приоритет электротранспорту и большим автобусам. Это позволит увеличить количество посадочных мест на 30%. Мы ушли от излишней дублированности, применили систему магистральных маршрутов, городских и подвозящих. У нас будет пересадочная модель, будет бесплатная пересадка. Льготные категории граждан смогут пользоваться любыми маршрутами, любым подвижным составом. В планах создание 20 магистральных маршрутов с интервалом движения от 7 до 15 минут. Внедрять новую схему начнут уже в следующем году. Магистральные маршруты работать будут преимущественно с 6 утра до 23:00. Это основной пассажиропоток и основное количество техники там будет. В некоторых случаях будет работать и до 12:00, а в некоторых случаях и раньше 6 утра начинать. Трамвайная сеть будет представлена тремя маршрутами. Запуск после модернизации запланирован на 2024 год. Станислав Костиков, Семен Ковтанюк. События дня.